Я сейчас хочу вам сказать, что, значит, смотрите, чтобы не возникало никаких вопросов у правоохранительных структур, что заемщики, которые пришли сегодня, хотят добиться встречи с Галиевой, они все нормы, значит, связанные с ковидом, соблюдают. То есть вы видите, да, никакого скопления, все находятся диаметр у них не менее полтора метра, полтора-два метра. Поэтому здесь я сразу к ДВД города Алматы сразу говорю и обращаюсь. Ребята, подставы здесь не пройдут. У нас у всех масочки, все на расстоянии 2 метров. Поэтому, ребята, здесь эти подставы ваши, пожалуйста, не приезжайте, и подставы нам сюда не лепите свои. Еще раз показываю, что у нас все. Сейчас нам сказали, что Галиеву ищут и до сих пор не могут найти. Телефон ее не отвечает. Представляете? Не могут найти. Ну, ребята, это уже абсурд. Представляете? Не могут найти Галиеву, зампреда. Я вообще о другом руководстве. Может быть, вообще... Это, наверное, очень удобно придумать ковид. И представляете, выбросить все проблемы и людей, весь народ с социальными проблемами, как котят на улицу, типа решайте, подохните, так подохните, выживите, ну ладно, там уж поможем. Не, ребят, не пойдет. Мы-то выживем и с вас еще спросим. Но я сказала, людям сохранить жилье вы обязаны, деньги выделены, пускай банки работают. Извините, и малоимущих тоже, сохраняйте жилье. Вы с этим ковидом всем буквально... выкинули и запретили работать, платить нечем, а теперь банки требуют и выселяют. Либо тогда платите по нашим кредитам, устанавливайте по графикам, берите наши графики платежи и платите сами тогда. Либо устраивайте на работу, а вы ничего не можете, ни социальные программы разработать нормально, не можете не управлять нашими ресурсами, вы даже не можете находиться на рабочих местах. Какая вы власть? Вы просто охреневшие гниды сидите там.